Hey, yo, guys, с вами Шемики, и мы продолжаем пройти игру под названием Hide and Row Time. Так, это у нас начинается в средневековье. Так, сколько здесь у нас уровней? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь уровней нас ожидает, поэтому полетели. Какая вкусная еда? Я как молния, никому не поймать... Никого меня не поймает, значит, где-то здесь или тут там. Наверняка мои украшения остались в палатке. Я граблю богатых и помогаю бедным. Это Робин Гуд. Последнее время здесь так тихо. Прятки в кустах. Ну чё? Полетели. Что мы вообще ищем? Змею, которая... Около хавчика где-то лазит. Свинью, сундук, Робин Гуда, мышь и зайца. Так, около еды может где-то быть здесь. Рыбка, 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 свинья. Мышка. Бочки нет. Так, Робин Гуд. Сундучок. Так, а где змея? Так, остался кролик. Прятки в кустах, значит, он где-то около кустов. А. Подземелье. О, нифига, здесь фантастика уже пошла. Когда это взорвется, могила откроется. Король спит вечным сном. Зелье из шипов. Прекрасно. Пахнет ветчиной, зато прибавляет магическую силу. Воин решил сегодня пойти в бой со щитом. Забыт крестьяна, собиравшим грибы. Ожерелье выносливости. Плюс 3 к выносливости. Можно найти в сокровищах подземелья. Окейшки. Так, у нас бомба, череп, зелье, шапка, булава, ножик и ожерелье. Говорит лягушка. Но бомба должна быть около могилы. Там сказано могила. Так, подожди, шипы. Вот шипы. Зелье шипов. Так, сокровищница, булава, бомба. Так, сокровищница. Так, где примерно могут быть те грибы у нас? Где-то в лесу должен быть ножик. Так, вот грибы. Но ножик не видать.
Пахнет ветчиной. Пахнет ветчиной, значит, где-то кто-то готовит жрать. Ага, значит, где-то в этом районе. Так, Квин вышел сегодня пойти в бой с щитом. Значит, мы ищем гоблина, который со щитом. И с булавой. Странно. Странно, но я не могу найти его. Я... Чё он черепит? Я думал, он такой... Воин решил сегодня пойти в бой со щитом. Сегодня, значит, какой-то воин, но я не вижу булавы. Либо мне нужно найти где-то лежащий просто щит. Блин, я не могу найти. Где же ты можешь лежать? Блин, подсказка даже не помогает. Да не вижу этого воина. Его как будто сюда не добавили. Воин со щитом, воин со щитом. Воин со щитом. Смотрю, смотрю, не могу найти. Воин, 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 воин. Все с ножами. Все с ножами. Ладно, давайте я найду и потом продолжим. Короче, я заметил, что у нас еще одна палатка закрыта была. Ну и тут, в принципе, тоже ничего. Фиг знает.
Смотришь, смотришь, нигде не видно. Воин. Ну, воин это вот он. А, нашел. Пипец. Это тяжко. Следующий уровень. Рынок. Рынок. Ё-моё себе. Манать. Так, поиски головы в стоге сена. Купишь мне коровки на ужин? Морковки-коровки. Где член капитана? Культурные сокровища посетителей. Сколько желаний у них осталось? Возблагодарим его за все это пиво. Юный Артур должен получить меч. Но Эскальбур. В доме охотника? Это точно. На меня напала шайка подростков во время похода за покупками. Крестьянин собирает подарочную корзину для своей жены. Похоже, что это нападение устроено кем-то изнутри. Ритуальная сфера для связи с духами природы. Никто не хочет доедать последний кусок. А теперь мы пытаемся понять, где чудо как. Так, во-первых... Поиск головы в стоге сена. Стога сена это где-то здесь. Хотя тут сена до хера на самом деле. Голова, голова в сене. Где, где, где? Это еще сено. Рыцарь Камелот. Так, где еще тут у нас сено? Ну вот это получается участок со сеном. Так, меч Артура. Так, погнали дальше дома открывать. А, фруктики. Лучники, лучники. Окей. Что нам осталось найти? Голова в сене где-то. На рынке морковка. Где-то должен быть множество рыцарей, там должен находиться шлем. Посетители.
какие-то посетители, у какого-то посетителя, но здесь много посетителей. Должна быть лампа. Потом мне нужно найти подростков, у которых мешочек. И все. Так, сейчас мы ищем морковку на рынке. Так, рынок где у нас составляет? Только вот эта нижняя часть, да? Морковка. Странно, но тут морковки нету. Мне кажется, шлем бы сразу нашелся. В стоге сена. Ага, вот где. Где могут быть гости с лампой? И о каких гостях идет речь? Мне еще морковку нужно найти. Морковка по-любому должна быть на рынке. Это морковка. Так, на меня напали шайка подростков. Мы ищем тогда подростков, да? Хотя тут все выглядят подростками. И где шлем капитана? Шлем капитана может быть где-то в лесу, как вариант. А тут еще есть палатки. Не заметил. Так, остался шлем. Капканчик. Пипец. Мне кажется, шлем должен быть самый такой выражающийся. Так, он желтый с красным... С красной хернюхой. Да. А вот это сложновато воспринимать.
Не знаю, блин, ну за шлем мог бы спросить рыцарь, но у рыцаря я не вижу шлемов здесь. А, вот оно, все. Засада. Я ужасный повар, зато прекрасный колдун. Какое-то из награбленных сокровищ. Я с вами, бойцы, но может вы мне чуть-чуть поможете? Как-то здесь тесновато. А это другая рыбка. Я не был бы таким злодеем, если бы мне не пришлось украсть приз с научной выставки. Покойся с миром, жрец Луны. Итак, мы нападаем с запада. Нет, постойте, у меня карта перевернута. Как эта рыба сюда запрыгнула? Это ж не рыба, это ляпуха. Так, сокровища, поехали. Злодей. Луна. Рыбка. Так, нужно найти колдуна и предводителя. И лягушку. Так, подожди, как рыба это сюда попала, значит он где-то рядом. Он должен видеть рыбу. Так, предводитель. И мне нужен колдун. Так, сколько там еще? Так, еще 3 раунда, да? Стоунхендж. О, мы уже с вами в это, в Англии. Неплохо. Время стать лучшим из лучших. Это покебол. Хм, прикольно. Из покемонов. Им приходится восстанавливать силы, переселяя на юг. Лучший способ поймать волшебника. Не сомневаюсь, что череп остался где-то за камнем. Но за каким? Судя по всему, прошло уже очень много лет. Мое обучение не задалось после того, как я потерял их на пути. Это один и тот... Так, это один и тот фрукт не потому, что они оба оранжевые. Почему это один и тот, а не тот же фрукт? Ладно, он зашел далеко, чем ожидалось. В задницу колено где-то так, да? Всего один кусочек, пожалуйста. Моя... Заначка сока, никому о ней не рассказывай. А моей вечерней локации не хватает страницы. А, лекции. Туплю. Удар палкой, чтобы получить конфеты. Так, кто-то играет в... А давайте снова здоровая локация. Так, ладно. Покебол. Череп. Вот это я не понимаю, что... Так, хорошо. Капкан. Бла-бла-бла-бла-бла по пути. Бла-бла-бла по пути. На юг это он имеет в виду птиц. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так. Вечерняя лекция. Время стать лучшим из лучших. Покебол. Покебол, непонятно что, череп, очки, морковка.
змея и мешочек. Так, дайте хоть кусочек. Так, палка. Ну, черепов здесь много на самом деле. Так, а теперь нужно лес, да? Смотреть. Подожди, юг. Где у нас юг? Так. Ну, пойди, юг, запад, север-восток. Кажись так. Так, вечерняя лекция. Вечер у нас становится где-то здесь. Череп, череп, череп. Это не тот череп. Не тот, не тот. Еще и морковку нужно найти. Так, тыква и морковка. Мне кажется, что-то здесь должно быть, потому что я здесь ничего не нашел. Грустный кустик. О, веселое дерево. Сюда еще добавить точку, и будет веселая елочка. Мое обучение не сдалось после того, как я потерял их по пути. По пути куда? А вот этот имеется в виду, что он ходит туда-сюда? В моей вечерней лекции не хватает страницы. И это один и тот же фрукт, не потому что они оба оранжевые. Подожди, фрукт. Фрукты, фрукты, фрукты. Где у нас еще может быть еда? Вечернюю лекцию еще нужно будет найти. Так, лекция, 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 лекция. Фиг знает. А, подожди, вот книга. Thank you.
значит, это здесь. Или вот о нем говорят. Да и тут пацаны сидят. Вот черт. Сложно. Просто белый листик где-то валяется. Где может быть этот листочек? Так, подожди, вот еще книга. Так, рыцарский турнир. Моя булава осталась в тренировочном лагере. Может, ему просто захотелось приключений? Нужно догнать эту свинью. Наш умница ждет угощения. Птицы мирно обитают. Где же моя книга с рецептами? Это не место для ребенка. Здесь слишком много насилия. Ждет своего шанса напасть на хлев. Она из тех людей, но все же нуждается в защите. Проиграв на турнире, он выбросил меч в кусты. Лучшее вино для лучших людей. Простое сельскохозяйственное оружие. Заперто до окончания турнира. Здесь продают всевозможные напитки. Алхимик хранит свои тайны дома. Когда очень много людишек, очень сложно. Так, раз. Здесь продают всевозможные напитки. Значит, где-то здесь. Что мы ищем? Подожди. Птицы мирно обедают. Короче, около птиц, свинья. Может, ему просто захотелось приключений? Ждет нападение хлева. Так. Череп. Так, птицы. Всевозможные торговли. Так, сельскохозяйственное оружие. Ага. Так, то есть это маленького, да, я просто ищу. Так, дети, ребенку здесь не место. Где моя книга с рецептами? Подожди. Значит, мы ищем того, кто готовит хавчик. Так, подожди, бла-бла-бла-бла, где принцесса? Где наша принцесса? После драки он выкинул меч в кусты.
я в кустах ничего не вижу. Книга рецептов. Лучшим людям лучшим. Так, может, ему просто захотелось приключений? Моя голова осталась в тренировочном лагере. Так, ну это вот тренировочный лагерь. И снова же это булава сраная, понимаете? Ждет своего шанса напасть на хлев. А где тут хлев? Либо это, либо то. Так, меч. Так, турнир здесь проходит, значит, кусты где-то вот здесь. Хотя турнир может быть и здесь же. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А меча-то тут и нету. Хорошо, что у нас еще ищется? Она из тех людей, но все же нуждается в защите. Так, корона, корона, корона. Наша умница ждет угощения. Наша умница ждет угощения. Может, ему просто захотелось приключений? Шутаешь? Моя булава осталась в тренировочном лагере. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну вот, тренировочный лагерь. Тут происходят тренировки. Голову не вижу. Хотя тренировочный, но не, это уже арена. Проиграв на турнире, он выбросил меч в кусты. Турнир может быть вот этот, но в основном турниры были на конях. Меч в кусты. Вот куст. Вот куст. Вот кусты. Куст. 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 Кусты. 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 А, вот он.
Так, осталась только булава около тренировочного лагеря. Это уже не тренировка, вот тренировочный лагерь, да? Моя булава осталась в тренировочном лагере. Отлично. Так, по идее, уже должно быть все. Нет, еще один уровень. Поехали. Атака замка. Атака замок. Атамак замков. Замоков. Маленький помощник крестьянина. Меч из древних времен. Свиток из земли мертвых. Охотиться в этом лесу невыносимо сложно. Любимое украшение принцессы. Святой Грааль среди сокровищ. Святой Грааль, да, это Индиана Джонс и разные фильмы. Давняя жертва древних богов. С ножом против меча не выходят. Не выходят. Должно быть, возле этого леса живет очень большая птица. Танцуй, если хочешь остаться в живых. Выброшенная из палатки посреди ночи. Я как раз собирался надраться, когда нам пришлось сбежать, а я уже заплатил за выпивку. Слишком страшно оставляться снаружи. Капитан вечно забывает снаряжение дома. Последний за падающей звездой на восток, и твое желание может исполниться. Так, шут может быть где-то у гоблинов, как я понимаю. Так, мы ищем овечку. Овечка, свиток, это череп, яйцо. Так, хорошо. В лесу охотится. Вот лес. Так, яйцо. Нихера себе, лук. Так, выкинули ночью. Лампа джином. Внутри он оставляет, как сказали, всегда внутри, да? Ух ты ж, ё-моё. Так, эльфа, брейфа, чейз. Не выходит. Любимое украшение принцессы. Свиток из земли мертвых. Меч из древних времен. Это даже не знаю, где может находить. А, вот, древние времена. Где-то здесь меч, да, должен быть в камне? Или нет? Так, где моя жертва древних времен? Жертва. Так, мне нужен череп и мышку. Мышка была сказана, ее выбросили ночью. А это маленький помощник крестьянина.
Крестьяне, по идее, здесь ходят. Так, осталась мышь. Так, выброшена из палатки. Посреди ночи палатка. Так. Давняя жертва древних богов. Древние боги. Ну, по идее, только здесь где-то. Ага. А, подожди, еще звезда последняя. Так. Последую за падающей звездой на восток. И твое желание может исполниться. Вот звезда, мне кажется, будет маленькая-маленькая, да? Еще бы знать, где здесь восток. Восток, восток, восток. Ну что, в принципе, на этом мы с вами заканчиваем. Нихера себе 46 минут, 47. Почти 48. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.